Здравствуйте! Добро пожаловать на канал Мыло Оп. И сегодня мы представляем вашему вниманию мастер-класс мыла Вьюнер. Для этого нам понадобится отдушка голубые Гавайи, масло ежевики семян, гелевый краситель Грейпс, мыльная основа, формочка Вьюнок и палочка для перемешивания. Теперь растопим мыльную основу. Мыльная основа у нас растопилась. Я хочу сделать мыло в виде фарфора. Поэтому вначале нам нужно просто белая растопленная основа. Совсем чуть-чуть наливаем форму. Совсем капельку. И распределяем. Наша задача, чтобы белая основа попала во все мелкие углубления. Для удобства можно поводить, просто подергать формочкой, и тогда оно распределится так, как нужно. Не нужно заливать каждую фигурку, нам главное, чтобы хаотично были эти белые разводики. Еще сюда немножко. Видите, я основу добавила совсем немного. Она сейчас у нас быстро и застынет. Все, теперь ждем, пока частички быстрее застынут. Наш белый слой уже застыл. Я предварительно уже разогрела мыльную основу. И теперь мы будем делать основной фон. Для этого я беру гелевый краситель. Также смотрю, достаточно ли мне цвета. Еще перемешиваю. Нет цвета. Вполне достаточно. Вы можете сделать либо более нежным, либо более ярким. По вашему усмотрению. Теперь я добавляю масло. Добавляю 4 капельки. Дальше идет отдушка. Также добавляю 5 капелек. Вы на свое усмотрение. Главное, чтобы аромат был вам приятен и не был очень сильно насыщенным. Дальше заливаем основу. И ждем, пока мыло полностью застынет. Мыло застыло, и я достала его из формы. И вот такое у нас получилось фарфоровое мыло. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте подписываться, ставить лайки. До новых встреч!